Следующий видосик. Чистка печени, как я делал. Вот как я делал, да, я вроде как там рассказал. Значит, Валентина Оста пишет: дурдом, ничего не понятно, тяп-ляп. Да про эту чистку печени я столько рассказал, столько написал, столько вариантов дал. И, естественно, может быть, в одном видео где-то будут и непонятки какие-то. Но для того, чтобы, если вы хотите помочь своему здоровью в таком деле, как чистка печени, которая, ну, очень много делает для оздоровления организма, поднимая его совершенно на иной уровень, вы должны все узнать, что и как, механизм действия, как там это масло. Вы должны понять, что такое предварительная подготовка. Вы должны настроиться. Вы должны потом выйти из чистки печени. Понять, какая вам чистка печени пойдет, мягкий вариант или жесткий вариант, или еще какой-то, или еще какой-то. Но все это описано, опять-таки. Поэтому я ответил, значит, оно вам не надо. По одному видео, если вы где-то там увидели еще, этого мало. Для того, чтобы что-то понять, я уже там показывал. Я изучал, помимо того, что кучу всякого рода там книг, вот таких вот толстых, и еще сам пробовал. У других учился, вникал в это дело, что и как, чтобы все это прошло так, как надо, чтобы оно дало максимальный эффект, и вот такое пишут. Поэтому оно просто вам не надо, не делайте то, что вам непонятно. Это вам не дано.